кто проходит мимо ночью, утром, с утра пораньше, вот эти стуки ногами, выламывание этого забора, это, естественно, создается шум. Вот, потом его приезжают, латают, и вот эти все сломанные вещи бросают сюда, вовнутрь забора. Помимо этого, за забором давно обосновались лица без определенного места жительства, жалуются люди. Туда постоянно приносят старье, подушки, диваны, матрацы и прочий мусор. Уже 12 лет жильцам приходится мириться с тем, что часть их придомовой территории отдана в частные руки. Придомовая территория не такая уж большая. Она ограничена подпорной стенкой, которая находится, вот тут мы строили в свое время детскую площадку, и с той стороны проспектом Октябрьской революции. Поэтому дальше места нет. Если здесь построить такую застройку, естественно, двор наш будет насыщен большегрузными машинами, где бегают наши детки. Естественно, будут нарушены все санитарные нормы и по подвозу, и по вывозу мусора, и по парковке автомобилей. Неоднократно на участке появлялась строительная техника, но всякий раз жильцы вставали на ее пути. Планы застройщиков периодически менялись. То очередная многоэтажка, то торгово-культурный центр. Жители постоянно отправляют запросы в разные инстанции, следя за тем, чтобы опухоль застройки не прогрессировала. Вот, например, ответ Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя от 20 июля 2016 года, что разрешение на строительство по адресу проспект Октябрьской революции, 19, не выдавалось. А Департамент по имущественным и земельным отношениям и вовсе обратился в суд с иском к владельцу участка, обществу с ограниченной ответственностью Сен-Дентермарин, с целью вернуть эту землю в собственность города. В одном из ответов Департамента архитектуры ссылка идет на постановление правительства Севастополя номер 357 о запрещении точечной застройки города Севастополя. Это еще применяло было это постановление, оно актуально. Вот. И вдруг, когда департамент по имущественных отношениям города Севастополя ведет судебное разбирательство, и в первой инстанции суда было решение о том, что снести вот этот забор в 30-дневный срок, департамент архитектуры выдает разрешение на строительство. Пока Департамент по имущественным и земельным отношениям в двух судебных инстанциях успешно отстаивал право города на участок по адресу проспект Октябрьской революции, 19, Департамент архитектуры 15 мая 2017 года выдал разрешение на строительство торгово-культурного центра «Колизей» по этому же адресу. Жители соседних домов боятся, что застройщик лишь прикрывается торговым центром. На самом деле планируют воздвигнуть очередную многоэтажку. В ответ на информационный запрос нашего телеканала из Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя ответили, что разрешение выдано в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, а при судебном решении в пользу Департамента по имущественным и земельным отношениям в строительстве можно отказать. Но отмечается, что при выдаче разрешения Департамент архитектуры не знал о продолжающемся судебном разбирательстве в отношении участка по адресу проспект Октябрьской революции, 19. Можно посмотреть между домами 70 метров. И самое интересное то, что фасады как раз вот у нас, это не торцы, а именно фасады, выходят на вот этот объект, где сейчас находится забор. Если небольшое кафешко облика морали наносит неизмеримое беспокойство круглый год, да, то если тут построится вот это что-то более большое, то это будет вообще жизнь невыносима. Мы бы предложили наши жители построить здесь скверик нашему герою севастопольцу Неустроеву, который в Берлине участвовал в захвате, во взятии Рейхстага. Стоит маленький знак, маленькая плита на дороге, незаметно. А так бы в скверике по пути к новому реконструируемому парку Победы был бы скверик Неустроева. Жители домов номер 17 и 21 по проспекту Октябрьской революции уже обратились к депутатам законодательного собрания Севастополя. Парламентарии инициировали прокурорскую проверку. Кроме того, жильцы обратили внимание и администрации президента страны на ситуацию около президентских домов. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.